В Каире прошла манифестация протеста студентов. Тысячи молодых людей вышли на улицы столицы, чтобы выразить свое возмущение решением суда в отношении трех активистов молодежного движения за демократические преобразования в стране. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ. В ноябре временный президент Египта Мансур подписал закон, который требует получения разрешения властей на проведение демонстраций. В знак протеста против этого в Каире состоялся несанкционированный митинг протеста. В воскресенье Каирский суд за организацию этого митинга приговорил к 3 годам исправительных работ и крупным штрафам 3 лидеров молодежного движения. Основателя движения 6 апреля Ахмеда Махера, члена руководства этого движения Мухаммеда Аделя и одного из лидеров коалиции революционной молодежи Ахмеда Дума.